На русском радио «Дневники шелкового пути». Десятый этап «Хами Туймань». Вперед! Ну что, у нас сегодня достаточно ленивый день в том плане, что трасса проходит в недоступных горах. Там далеко, что нам туда не пробраться даже на обнаружение. Поэтому мы проводили их со старта гонщиков, мы сейчас находимся, собственно, на финише. Ну что, давайте попробуем съесть это. Началась суета на финише, потому что первые машины, преодолевшие сегодняшний спецучасток, уже подъезжают. Конечно, на любом финише должна быть черта, наверное, ленточка красная, но у нас вместо красных ленточек красные девушки. До Биоака, на всякий случай, чтобы не стоять на дороге. Поэтому, ребят, у нас впереди провинция Туньмань, и мы сегодня будем, наверное, отдыхать чуть больше, чем обычно. Я хочу в аквариум насыпать и часики песочные обновить. Друзья, Сережка, Гена, Артем. Макс, здорово.